Итак, вторая часть основки, основка юбки. Посмотрите, я хочу вам показать юбочку наизнанку. Во-первых, на два способа обметывания. Один способ обметывания в разутюжку, и лицевая сторона верлока перед нами, а вот эта вот изнаночная сторона верлока, она выглядит по-другому, она внизу. А вот это вот в заутюжку на переднюю половинку. Посмотрите еще, что средний шов спинки проклеен, и участок под застежку молния белой ниточки, вы видите, он тут сметан, да? А дальше он прошит. Выглядит это вот так, одним целым таким швом. Хочу вам показать быстренько по ходу дела уже, как говорится, как я сделала кармашки в боковом шве. Значит, боковой шов сначала прошила. Припуски у меня были довольно значительные. Взяла листочек вот такой вот, как я говорю, формата А4. На самом деле вот такой вот произвольной формы прямоугольничек. 4 штуки, 2 на тот карман, 2 на этот карман. И пришила их вот сюда, вот этим швом. Просто пришила, обметала, поутюжила. А потом нарисовала вот эту линию. Я вам, возможно, покажу, фотографии я сняла. А потом прошила вот по этой линии, вот так и вот так. Тут закрепочки поставила. А потом обметала все за один вот так вот прием и туда. Вот и все. Только один шовчик делала сверху вниз, другой снизу вверх. Вот здесь сверху вниз, потому что это лицевая сторона верлока. А на этом кармашке вот так вот я это делала снизу вверх. Вот так я обрабатываю быстро, 5 минут и карманы готовы. Это передняя половинка кармана, вход в нее, естественно, проклеен. Ну а сейчас возвращаемся к нашей основке. Это, так сказать, по ходу дела небольшие бонусы. Как обработать быстро и просто карман в боковом шве. А потом я распорю этот шовчик и все. Смотрите, я опять выворачиваю на лицо, перегибаю посередине спинки, вот здесь у меня спинка лежит, и посередине полочки свою юбочку. Естественно, расправляю вот там внутри эти наши кармашки, чтобы гладко все у меня было, так как мне хочется, да? И начинаю скалывать. Передо мной талия. Я нахожу боковые швы и совмещаю их между собой старательно. Ставлю булавочку. Затем расправила вот так вот все, начинаю двигаться дальше. Все срезы нужно уравнять. Подошла к середине спинки, подровняла и вот так булавочку поставила. Дальше двигаюсь. Вот эти вот проверяю все срезики. Подровняла, булавочку поставила. То есть я фиксирую линию талии. Линия талии является горизонтальным швом, горизонтальным срезом. И она у нас вторична, первична вертикальной линии и вторична горизонтальные линии. И поэтому все линии, которые вторичны, вертикальны, вот так скалю здесь еще. Так, сейчас я там нащупываю, где у меня боковые шовчики. Вот тут боковые шовчики совпадают, чтобы все было идеально. Так, приколю вот здесь эти кармашки, мешковинки, чтобы они мне не мешали. Посмотрите, и всегда нужно почистить вот этот вот шовчик, прежде чем соединить его с лифом. Ну, давайте мы сначала все-таки закончим скалывание и низа нашей юбочки. Верх мы зафиксировали, скололи. Теперь переворачиваем к себе вот таким образом. Так, кладем. Расправляем опять все старательно на столе. Так, чтобы заломов, складочек никаких не было. Опять находим наши любимые боковые швы. Вот я их нашла, совместила друг с другом. Пальчиками я чувствую, где они у меня здесь есть. Так вот, например. И линию низа. Боковые швы по линии низа и срезы обязательно уравниваются. Нельзя оставлять, чтобы вот такое было какое-то вот здесь вот ступенечко оставалось. Смотрите, а где поставлю иголочку? Вот эта ниточка нам обозначает готовую длину нашего платья. То есть она будет где-то здесь. Значит, иголочку я поставлю гораздо выше, чтобы все иголочки располагаются вглубь изделия, которые фиксируют у нас наше изделие, но всегда выше белой ниточки. Опять подровняла вот эту линию низа
и зафиксировала это булавочкой. Убедилась, что тут у меня все ровненько, и поставила булавочку. И я прокалываю булавочкой вот эту вот всю мою линию низа. Чем больше вы поставите булавочек, тем легче вам будет работать. У меня чистенькая, аккуратная вот эта сторона изделия. Я раскладываю точно так же идеально. Поправляю ручками все. Вторую часть нашего изделия и прокалываю булавочками. Передо мной, надо сказать, правая часть нашего изделия, правый бок, другими словами. Это передняя половинка, вон там талия. Это спинка, это задняя половинка. Талия вот там. Вот посмотрите, что у нас получилось. Вот такая у нас картинка получилась. Теперь возвращаемся снова к линии талии. К линии талии. Мы все скрепили, мы все скололи. Аккуратненько раскладываем это на столе. С низом пока не работаем, я не обращаю на него внимания. Итак, передо мной вот здесь вот передняя половинка. Я начинаю работать с ней. Так, мне нужен сантиметровая ленточка мне нужна. Володя, поищи где-то. Не знаю где. Ну ладно. Смотрите, мои хорошие, что мы хотим, что я хочу сказать. Во-первых, я сейчас просто подровняю линию талии, чтобы она у меня была гладкой. Давайте сделаем это вот таким вот образом. Значит, линия талии у нас никак не менялась, если вы видели, да? У нас она была 2 сантиметра, вот здесь и вот здесь. Мы сметывали с таким образом. Поэтому я начинаю прорабатывать ее. 2 сантиметра. И здесь тоже у нас было вот эти 2 сантиметра. Сейчас я хочу овальной линией соединить вот эту всю картинку. Так. И начинаю подбираться. Я хочу сделать вот эти вот треугольнички, которые у меня здесь были. Ага, спасибо, Володь. Это был просто у нас какой-то овал. Угу. И он, вернее, вот эти вот треугольнички, они, примерка показала, что это было мне не особенно нужно, потому что складки, расположенные вот в такой трапециевидной юбочке, они у нас выглядели достаточно хорошо, и вот эта вот наша как бы страховочка нам была не нужна. Вот я, видите, что пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать вот такой вот красивый овал. Опять же, линию талии я оформляю вот таким вот овальчиком. И поэтому я ищу положение. Опять здесь прямой уголок. Начало всегда под прямым уголочком. Так. А потом мне нужно уже делать какие-то поворотики. Какие-то поворотики. И вот я пытаюсь найти вот эту красивую овальную вот такую вот линию. И для этого кручу-верчу свою линеечку самым вот каким-то таким вот образом. Вот сейчас я ее нарисовала и посмотрела на нее, как бы со стороны кинула взгляд. Смотрите, она мне нравится. Она вот такая вот овальная, хорошая, чистенькая, аккуратненькая. После этого я оставляю снова 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра можно вот так отмерить. Ну, я уже глазкам своим, как говорится, доверяю. Вот у меня 1,5 сантиметра. Почему 1,5? Потому что там было 1,5 сантиметра. На нашем лифе я срезы буду уравнивать. Мне ни к чему делать их какими-то другими. Вот. И вот так вот я иду потихонечку. Оставляю 1,5 сантиметра. Вот так. И рисую вторую линию. Нарисовала. Смотрите, я почистила вот эту линию. Почистила. Давайте сразу срежем ее. Ну, здесь вот у меня были складочки. Я пока вот так вот их помечу, место, где они у меня были, да? Но не факт, что я их там оставлю. Сейчас посмотрите, что мы будем с вами делать. Вот эту линию сначала сделаем чистенькой, потому что мы не можем с вами двигаться дальше, если она у нас не проработана, если она у нас не почищена. Еще раз скажу, что мы должны соединять две линии только тогда, когда они у нас все чистенькие, подрезанные, проверенные, промеренные и оставлены только нужные нам припуски.
Осноровка, кстати, делается разными приемами. Я вот делаю таким образом. Кто-то делает иначе. Ну, это выбор, как говорится. Я, например, знаю, очень часто делают так осноровку. Платье сметали, потом платье все распороли, даже если это шифон, например, до основания, да? А потом положили снова на стол, не сшивая ничего, убрали просто нить наметки. На стол положили, вот так вот тоже, полочку с полочкой, спинку со спинкой, рукав с рукавом. И начинает вот эту всю операцию делать в разобранном виде, не прошивая вот этих боковых швов. Сначала, значит, их сметали, а потом их разметали. И начинают снова все вот так собирать. Но мне такой способ не кажется правильным. Во-первых, это очень долго. Это совершенно ничего общего не имеет с повышением производительности труда, с уменьшением времени, которое расходуется на изготовление нашего изделия. И во-вторых, что потом происходит, если вы по отдельности, после примерки, разобрали свое изделие заново, уточнили, так сказать, проверили все швы, сделали осноровку, убрали все лишнее, вы сшили боковой шов, и во время обработки он у вас все равно может длину измениться. Он может стать короче, иногда может стать длиннее. Вы стачиваете, обметываете, утюжите, и его длина меняется. А вы линию низа и верха уже, допустим, выровняли. Значит, после того, как шили, она будет кривой, понимаете? Поэтому я бракую такое все. Но это, к сожалению, распространено сегодня очень сильно. И считается, что это верх прям совершенства. Я с этим не согласна. Предлагаю вам вот такой вот способ. Ну вот, а теперь смотрите, мы возвращаемся к нашим складочкам. У нас здесь складка и здесь складка. Начнем со складки по спинке. Вот наша спинка и вот наша складка. Я хочу, чтобы она была совмещена вот с этой вот выточкой по линии талии на спинке. Вот у нас выточка по линии талии. Поэтому я вот так вот положила и отметила место своей складочки. Затем я хочу, чтобы боковой шов у меня был совмещен с боковым швом лифа. Я отметила место. Посмотрите. Вот от этой точки и до этой точки у меня теперь будет встречная складка со стороны спинки. Замечательно, по-моему. А теперь впереди, посмотрите. Когда мы сделали примерочку, мы сказали, что мы вот эту складочку хотим подвинуть ближе к серединке нашего изделия. И отметочки вот эти беленькие поставили. Посмотрите, куда мы хотим эту складочку сделать. Хорошо. Значит, теперь у меня эта складка будет начинаться здесь. Боковые шовчики у меня должны, конечно же, совпадать. Вот, пожалуйста, они у меня совпадают. И где у меня она должна заканчиваться, эта складочка? Она должна заканчиваться вот здесь. Вот и все. Несмотря на то, что во время раскроя я наметила вот эти складочки в одном месте, да, сейчас во время осноровки я их подружила, подвинула, поправила какие-то размеры, чтобы у меня все шовчики совпадали. Мне это делать очень легко и очень удобно. И поэтому я ставлю рассечку здесь и рассечку здесь. Буду совмещать их, когда буду делать складочки свои. Рассечку здесь и рассечку ставлю вот здесь. Ну и для пользы дела еще можно найти серединку, потому что в данном случае складки у меня встречные. Так, 14 делим пополам, будет 7. Значит, я должна прийти вот сюда. Могу поставить третью рассечку. Вот это у меня будет серединка, чтобы у меня было все чистенько. Это совместится с этим. И здесь тоже ставлю, нахожу. Так, тут у меня получилось 16, пополам будет 8. Вот это у меня тоже серединка. Вот посмотрите, как мне потом легко будет приметывать. Я по рассечечкам сделаю вот так, и по рассечечкам я сделаю вот так. Вот и все, и у меня получится нужная красивенькая мне складочка. То же самое сделаю потом здесь. Ну вот, а мы продолжаем работу. А мы продолжаем работу с нашей юбочкой. Посмотрите, что нужно сделать нам теперь. Не хватает немножко мне ширины стола на экран. Ну, как бы там ни было, постараемся сейчас все вам показать. Значит, смотрите, вот это верх. Вот это у нас верх получился, да? Я выкладываю сейчас перед собой низ юбочки. Мне нужно юбочку сделать одинаковую по всей длине. И поэтому, после того, как я нарисовала линию верха,
Она мне понравилась, я все рассчитала. Я беру сантиметровую ленточку, измеряю расстояние от линии талии до линии низа. Вот у меня 60 сантиметров, поставила отметочку 60. И начинаю вот эти 60 сантиметров откладывать аккуратненько от талии от талии вниз. Вот мои 60. Вот так вот пойдут у меня отметочки. Ну, как еще можно приноровиться сделать, чтобы было удобно? Так, вот так вот. 60 поставили сюда. 60 поставили так вот сюда. Сейчас я обойду чуть-чуть. И побыстрее пойдем. Так. Так. То есть юбочка ваша ровненько получается 60 сантиметров. Вот так. Все, сантиметровая ленточка с красным пятнышком больше нам не нужна. А нужна нам вот эта вот овальная наша любимая линеечка. Значит, соединять начинаем. Прорисовываем линию низа. Прямой уголочек, потому что это серединка. Дальше начинается какой-то овал. Так. И мы ищем на линеечке, на нашей, вот такие вот тоже какие-то овальные истории, да, чтобы потихонечку, понемножечку этот овал повторить, нарисовать его красивым. А вы уже смотрите, насколько это выглядит привлекательно и симпатично. Здесь тоже опять прямой уголок. Вот так идет. И соединяем потом с тем, что мы уже нарисовали. Ну вот у меня получилась вот такая линия. Окидываете ее взглядом со стороны. Нравится она вам, не нравится. Если не нравится, то как-то подравниваете, поправляете ее. А я сейчас рисую вторую линию. Вторая линия. Значит, я хочу подшить припуск швом подгибку, обработать с открытым срезом, то есть обметать вот этот краешек и потом подшить вручную. И поэтому оставлю 3 сантиметра. Вот эта линеечка у меня, то, так же как на рукавчике, у меня будет 3 сантиметра припуск на обработку низа. Поэтому я вот так вот кладу ее и рисую вот эти мои 3 сантиметра, она мне показывает очень хорошо. И быстренько у меня получается вот эта вторая линия, по которой я сейчас и срежу все лишнее. Надо сказать, что эту линию я тоже должна обязательно нарисовать на другой стороне нашего изделия. Так, так и вот так вот. Все, по этой линии я буду срезать. И поэтому я зачастую иногда делаю так. Я беру и перекалываю вот эти булавочки вниз. Вот так. Может быть, не все какие-то. То есть те, по которые я должна обязательно прорисовать вот эту линию внизу. И чтобы у меня было все идеально, и все у меня совпадало, подходило как мне нужно, я делаю то, что я вот вам сейчас показываю. Это придумала, девочки, не я. Так всю жизнь всегда шили в ателье во времена Советского Союза. Я просто, когда пришла туда официально в возрасте 20 лет уже, и посмотрела, как это делается, мне очень все понравилось. Я это приняла. Надо сказать, что я вообще ко всему отношусь критически. То есть я никогда не принимаю что-то на веру. Я всегда проверяю это на практике. Если что-то новое приходит в мою жизнь, а приходит оно постоянно, я всегда сначала должна проверить, убедиться в том, насколько хорошо это работает. Если это работает хорошо, а заказов у меня, работы у меня всегда было очень много, клиентов очень много, и до сих пор некоторые товарищи обращаются ко мне за этим, но я переключилась на шитье, и шить мне абсолютно некогда. Вот. Но поэтому возможности убедиться в том, работает или нет какая-то теория, какое-то новое что-то, у меня было всегда больше, чем достаточно. Ну вот смотрите, здесь укольчики наших булавочек. Или можно вот так линеечку взять, она у нас 3 сантиметра. Тут уже как вы приспособитесь, так вы и делаете. Никаких таких вот каких-то законов
определенных уже не существует. Я не хочу ни в коем случае кому-то что-то из вас навязывать. Если вы что-то у вас работает замечательно, хорошо, приносит свои результаты, то ничего не нужно менять. Делайте так, как вы привыкли. Это то, что я сейчас вам показываю, рассказываю. Собственно говоря, для тех, кто еще мало что умеет делать, но хотел бы научиться, и чтобы ему было полезно, чтобы ему показать, как я это делаю. Вот решила, это я на Новый год купила подарочек своей подружке. И пришло лето, я здесь, в Челябинске, и вот я решила это платьишко ей сшить. Я думаю, ну чушь я буду зря шить. Раз здесь все налажено для съемки, вот решила вам этот процесс показать. Ну, что еще сказать? На кармашках вот здесь вот я поставлю вот такие закрепочки, маленькие потом, чтобы они у нас были как-то зафиксированы. Вот на этом, мои хорошие, наша сноровка заканчивается. Следующий этап в работе называется подрезка мелких деталей. Все, вроде.